театра «Аванс», это небольшое стихотворение, положенное на музыку для исполнения соло, сопровождения фортепиано и гитары. Поет солистка вокального коллектива «Орфей» Наталья Белоусова, аккомпанирует Анна Тараканова. Thank you.
обращение к романсовой литературе необычайно обогащает, расширяет палитру переживаний, тончайших оттенков состояний и страстей. В опере многое наглядно, предметно и реально, а в романсе я могу спеть мечту, воспоминания и недосказанность. Я ведущая концерта, которая